Давайте выходим вперед. Входим в атмосферу. Принимаем вечерю. Давайте просто окунемся в славу Бога. Поклонись Ему сегодня. Если ты дышишь, у тебя уже есть за что славить Его. Поблагодари Его за возможность жить. Поблагодари Его за привилегию жить. Поклонись Ему. От всего сердца поклонись Ему. Пусть твоя молитва будет оригинальной, не похожей ни на чью. Поклонись Ему. Пусть это будет твоя молитва, твой комплимент. Твои уста пусть славят Его. Любимый, спасибо. Спасибо Тебе за возможность быть частью Твоего движения на земле. Спасибо Тебе за возможность, за привилегию стать голосом для кого-то, помощью для кого-то. Спасибо Тебе, любимый, что Ты провел и продолжаешь проводить нас, учить нас, давать больше опыта, чтобы мы могли вести других. Благодари Бога за каждую вещь, которая приходит в твою жизнь, хорошая или нехорошая. Все это уроки для тебя, чтобы потом ты мог помочь кому-то. Благодари Его. Благодари Его. Поклоняйся Ему. Превозноси Его святое имя. Люби Его. Просто люби Его. Пойми одно, ты ничего никому не должен. Ты ходишь перед Ним. Ты говоришь в Его уши. Ты говоришь в Его сердце. Ты не отчитываешься ни перед кем, только перед Ним. Бог твой единственный судья. Если люди научатся ходить перед Богом, насколько лучше у каждого жизнь пойдет. Люди сорвут маски, перестанут играть роли и будут жить для любимого. А когда ты живешь для Него, ты всегда будешь любить Его, любить ближнего. Ты всегда будешь служить, поклоняться. Поэтому сделай решение ходить перед Ним. И не важно, сколько лет ты в христианстве верующий, сколько лет ты знаешь Бога. Люди всю жизнь носят маски, всю жизнь делают вид. Начни ходить перед Ним. Прими это решение. Только перед Тобой я хожу. Только одно мнение, одно единственное должно волновать тебя. Это Его. И когда ты засыпаешь в кровати, ты должен чувствовать удовлетворение прожитого дня. Потому что твое сердце не обличает тебя. Твое сердце оправдывает тебя. Потому что ты ходишь перед Ним. Любимый, спасибо тебе. Любимый, спасибо тебе. Спасибо тебе. Окуни нас в славу Твою, Господь. Захвати нас величием Своим, Отец. Сократи эту дистанцию между мной и Тобой. И я жажду быть ближе к Тебе. Я жажду быть ближе к Тебе. Только перед Тобой, одним Тобой я живу. Только перед Тобой, Тобой
хожу. Влеки меня за собой. Влеки меня за собой. Я жажду тебя, только тебя, только тебя. Пусть мое поколение будет захвачено тобой. Не увлечено дарами, талантами, плотью и кровью, но только тобой. Любимый, откройся этому поколению, Господь. Как никогда, откройся нам, Бог. Мы жаждем тебя, мы жаждем тебя, мы жаждем тебя. Жаждем твоего огня. Жаждем твоего огня. Научи нас жить с тобой, ходить с тобой. Не просто искать вспышки, но жить с тобой. Ходить в огне, ходить в славе, ходить в атмосфере. Каждый день, каждый день, каждый день. Как Енох ходил с тобой. Он не загорался и потухал. Он ходил с тобой. Научи нас ходить с тобой. Научи нас ходить с тобой. Каждый день, каждый день ходить с тобой. Перед тобой одним я живу, перед тобой одним я хожу. Я твой, а ты мой. Я твой, а ты мой. Святой, святой, святой. Я твой. Просто поклоняйся ему, забудь за всю политику, забудь за всю политику, как выглядишь, что делаешь. Сорви себя с мертвой точки, войди в атмосферу, где ты еще никогда не был. Начни искать его, пусть твой дух зовет его. Не просто твои уста что-то говорят, твой дух кричит к нему. О, святой! Я ищу тебя, святой, святой. Зови его, ищи его, влеки его. Наполни нас страстью твоей, наполни нас славой твоей. Что нас отличает от других народов? Что нас отличает от других людей? Это то, что Бог идет впереди нас. Это то, что Его атмосфера на нас. Это то, что перед всеми решениями мы ставим Его впереди. Все наши решения отталкиваются от Него. Потому что я люблю Его. Потому что я не могу жить без Него. Потому что я не могу существовать без Него. Потому что Он абсолют. Абсолют в моей жизни. Он абсолют в моей жизни. Он влияет. Он ведет. И Его дыханием я жив. Каждую секунду мой дух связан с Ним. И при любом обрыве или попытке на разрыв мой дух кричит, включает сигнализацию, и я знаю, что мне нужно взывать к Нему.
потому что я Его, потому что я принадлежу Ему, и я не могу жить без Него. Вся внутренность моя кричит к Нему, зовет Его, ищет Его. Поклоняйся, поклоняйся, поклоняйся Ему, Святой, 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 Святой. Прорвись через эту суету, ворвись в тронный зал, упади перед Его троном, схвати Его ноги и просто поклоняйся Ему. Тронный зал — это то, где живут сыновья, это то, где дьявол не может коснуться тебя, это твоя атмосфера, куда тебе дан доступ через кровь Христа. Входи в тронный зал, входи во святое святых, живи там, оперируй оттуда. О, я живу тобой, живу тобой, живу тобой. Увлекай меня, сокращай дистанции между мной и тобой. С каждым месяцем, с каждым годом пусть эта дистанция становится меньше, и я к тебе становлюсь ближе. Влеки меня еще больше, влеки меня еще сильнее. Я жажду быть захвачен тобой, увлечен тобой. Ты моя вселенная, ты моя вселенная. Ты моя вселенная, ты моя жизнь. Я не даже не мечтаю существования без тебя, даже не мыслю жизни без тебя. Я даже не представляю, что такое провести один день без тебя, любимый. Ты абсолютно все для меня, ты пища, питье, ты мое дыхание. Ты мое откровение, ты мой дух жизни. Ты действительно тот хлеб, который только с неба может прийти. И который питается этим хлебом, будет жить вовек. Питайся им каждый день. Питайся им каждый день. Ты будешь жить вовек. Ты будешь жить вовек. Питайся им каждый день. Он твой хлеб, он твое питье, он твой воздух, он твоя жизнь. Он смысл для существования. Без него мы все куча животных, которые воюют, чтобы выжить. Но с Ним у нас есть цель, мечта, есть смысл, есть награда, есть царь и есть царство, есть наследие и есть сыновство. Только с Ним у нас есть смысл, только с Ним у нас есть часть. И без Него это все жалкое выживание и существование, борьба за жизнь. Но с Ним мы победители, потому что в Нем нет проигравших. И когда ты с Ним, ты автоматически становишься победителем и наследником. Живи с Ним, будь с Ним, питайся от Него. Я твой, я навеки твой. Я понял смысл для моей жизни. Это быть у твоих ног. Это быть у твоих ног, это жить у подножья трона твоего. Там мое сохранное место, там покой моей душе, там сохранность моему духу, и там здоровье моему телу, там жизнь моя у подножья твоего трона. И я жажду провести все дни жизни моей, все дни жизни моей
у ног Твоих. У ног Твоих любовь моя, у ног Твоих жизнь моя, у ног Твоих Спаситель мой. И я жажду быть увлеченным Тобой. Я жажду увлекать других за Тобой. Я жажду бежать за Тобой. Любимый мой, я жажду быть увлеченным Тобой. Я жажду увлекать других за Тобой. Я Твой, навеки я Твой. Навеки я Твой. Славь Его, просто славь Его, просто славь Его. Тебе не нужно ничего выдумывать, просто славь Его за Его величие, за Его красоту, за Его всемогущество, за Его богатство, за Его мудрость, за Его глубину. Он праведный судья, Он праведный судья. Славь Его, славь Его. Он праведный, Он праведный. Он Твой, Он личный Твой. Он зовет каждого по имени. Он знает Твое имя, Он знает Тебя лично. Он не Бог стада, Он Бог индивидуальности, Он Бог личности. Он личный Бог, персональный Бог. Он влечет Тебя. Он жаждет быть любимым. Он не может навязаться Тебе. Все, что Он может, показать Тебе свое величие и ждать, пока Ты начнешь искать Его, жаждать Его. Он не будет навязываться, Он не будет вторгаться. Он не Люцифер, который вторгается, насилует и грабит. Он нежный Бог, Он любящий. Он будет ждать. Он будет ждать Твоей любви. Он будет ждать, если это займет всю жизнь, Он будет ждать. Он нежный Бог. Он джентльмен. Он нежный. Он добрый. Он теплый. Он настоящий. Он все то добро, которое ты только можешь себе представить и больше. Он вся любовь, которая может вместиться тебе и более. Он настоящий. И именно поэтому я без ума влюблен в Него. Именно поэтому я служу только Ему. Именно поэтому я хожу только перед Ним, а не перед людьми. И мне абсолютно все равно, что люди говорят, судят. Превозносят они или проклинают, не имеет никакого значения. Он мой судья, Он жемчужина моя, Он сокровище на поле. Он все для меня, я все отдал за Него, у меня ничего не осталось. И без Него меня нет. Потому что все положено за это поле. Все положено за эту жемчужину, за это сокровище. И больше ничего нет. Пожалуйста, отдай все. И у тебя тогда не будет возможности вернуться назад. Возвращаются назад только те, у кого есть куда возвращаться. Сожги мосты. Продай все, продай все. Секрет царства. Нужно отдать за него все. И поэтому ты отрезаешь путь назад. И даже когда захочешь вернуться, у тебя не будет пути назад. Как у блудного сына, у него не было дороги никуда. У него была только возможность вернуться назад. У него больше ничего не осталось. Он знал, где отец, он знал, где его ждут. Он знал, где хлеб. У него была дорога только назад к отцу. Сожги свои мосты настолько, что у тебя будет одна дорога, даже когда станет тяжело. Одна дорога и только к отцу. Сожги настолько сильно, дотла, сожги все. Инвестируй свои эмоции, свои желания, свои мечты. Инвестируй их в царство. А там, где сокровище твое, Библия говорит, там будет и сердце твое.
где сокровище, там будет и сердце. Инвестируй свое сокровище в царство, и за этим сокровищем последует твое сердце. Любимый, я твой. И я так рад, что у меня нет дороги назад. Я так рад, что у меня нет моста, по которому есть возможность вернуться. Все абсолютно инвестировано. Все абсолютно твое. И я верю, Господь, поднимается это поколение. Господь, мы не будем видеть больше эти религиозные сказки, религиозные игры, в которые играют люди, делая вид, что они твои, делая вид, что они принадлежат тебе. Но сердце их далеко отстоит от тебя. Я верю, мы увидим поколение, которое полностью продано тебе. Вот почему мы здесь. Вот почему центр трансформации существует, чтобы поднять ненормальных для Бога. Поднять абсолютно радикальных, абсолютно тотально проданных для царства Его людей, у которых кроме Бога нет никого. Вот чем опасны сыновья. У них нет ничего, кроме Бога. Некуда возвращаться. И все сокровище вложено в царство Бога. Вот чем опасны сыновья Бога. У них нет ничего, кроме Бога. Дьявол боится сыновей. Дьявол боится невесту. Потому что у невесты нет ничего, кроме жениха. У нее нет ничего, кроме любимого. И мы даже не заигрываем с этими мыслями, с этим миром, с духом этого мира. Потому что наше сердце абсолютно принадлежит жениху, принадлежит любимому. Наше сердце твое. Господь, подними поколение твое. Подними поколение, которое со страстью будет бежать за тобой. Будет бежать за тобой. Будет бить эти стрелы, пока не придет полная победа. Будет бить эти стрелы, пока не придет полная победа. Любимый мой, святой, 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 подними свое поколение. О, дорогие, я искренне и страстно верю, что у Бога будет Его поколение. У Бога будет Его поколение. Если у дьявола есть абсолютно проданные Ему, я верю, что наш Бог достоин большего. Я верю, что поднимется Его поколение. Люди, которые со всей силой и страстью, со всей крепостью своей отдадут себя Богу, Его поколение. Я верю, оно прямо сейчас зреет, оно растет и оно поднимается. Его поколение, мы молимся за Его поколение. Мы молимся за Его поколение. Он найдет своих. Он найдет своих. Есть эти 7000, которые не преклонили колено перед этим миром. Я уверен, у Бога есть Его поколение. Их не видно и не слышно, но они Его. Они Его. Они прямо сейчас слушают нас, молятся вместе с нами. Его поколение, страстно преследующее сердце Бога. Его дети, Его сыновья, Его невеста. Его сокровища. Те, которые отдали себя. Те, которые не будут делить себя с этим миром, с духом этого мира, который абсолютно принадлежит любимому. Он поднимет свое поколение. Я искренне в это верю. Вот поэтому мы это и делаем. Пророчествуем, молимся, ходатайствуем, конференции делаем. Проповеди, учения. Все это потому, что к одной цели поднимется Его поколение. Поднимутся Его сыновья, Его наследники. Поднимутся абсолютно Его
тотальное его, не заигрывающее с миром, не делающее религиозный вид святости, а полностью, там, где никто не видит, там, где никто не слышит, принадлежащее абсолютно ему. Принадлежащее только ему. Принадлежащее тотально ему. Его поколение. Вот о чем мы молимся. Вот о чем мы пророчествуем. Поднимается его поколение. И вот что боится дьявол. Дьявол не боится деноминаций, церквей, конференций. Он боится ненормальных, безумных ради Бога, которые сделают все, что он скажет. И я верю, это поколение поднимается. Я верю, это молодое поколение прямо сейчас вдыхает эти потоки жизни Духа Святого. И оно активируется. Оно активируется в любви и посвящении Богу. Я верю, что те, кто будут после нас, обгонят нас. Те, которые будут после нас, начнут с того, где мы закончим. Бог, я искренне верю, что поднимется твое поколение, любимый, твое поколение. Вот поэтому мы страстно молимся и кричим, вот поэтому мы, как первопроходцы, делаем все, принимаем все эти удары, все эти сплетни, грязь. Мы, как первопроходцы, принимаем все эти удары, побои, камнями, сплетнями. Только по одной причине, потому что мы верим, что мы защищаем, мы как стражи на этих стенах охраняем поколение, которое прямо сейчас духовно растет. Мы на духовных стенах охраняем духовное наследие Бога, и оно поднимается, их становится с каждым годом больше и больше. И поднимется это радикальное поколение Христа, абсолютно и тотально посвященное Ему. И это не церковь, собранная в стенах в одном регионе. Это массы людей по всему, по всей земле, по всему земному шару. Это абсолютно везде, в разных углах земли. Абсолютно везде. Он поднимает своих. Он поднимает своих. Он знает, как свой месседж донести до своих. Он знает, как слово донести в те уголки, где даже толком интернета нет, где связи нет. Бог знает, как донести и туда свое послание. Он Бог, и Он может все. И мы пророчествуем. Опять и опять поднимается Его поколение. Поднимается Его поколение. Спасибо, любимый. Аллилуйя. Поклоняйся.
Дышал на него. Это твое присутствие, Папа. Мы хотим ходить в твоем присутствии, в дыхании святого каждый день. Не просто в прохладе дня ходить с тобою, но ходить в твоем дыхании, в твоем дыхании, в твоем дыхании. Погружайся в Его дыхание. Входи в Его присутствие. Каждый день настолько близко. До тех пор, пока ты не растворишься в Нем.
пока не станешь одним целым с Ним. Ходи в Его присутствии. Зови Его. Ищи Его. Зови Его присутствие. Привыкай к Его присутствию. Пока ты не научишься узнавать Его присутствие по запаху, по прикосновению, погружайся в Его присутствие. Ходи в Его присутствие каждый день, каждое мгновение дня. Ходи, ходи, ходи в Его присутствие. Ищи Его дыхание. Погружайся в Его дыхание. Мы были рождены ходить в Его присутствии. Мы были рождены ходить в Его дыхании каждый день, познавая Его все глубже и глубже и глубже. Адам не искал даров, Адам не искал каких-то вещей. Адам ходил в присутствии. Церковь была рождена ходить в присутствии. Церковь была рождена знать Его присутствие настолько близко и интимно. О, любимый, дыши на нас, как ты дышал на первого человека. Дыши на нас своим присутствием. Дыши на свое тело своим присутствием. Погружай нас в свое дыхание. Захватывай нас своим дыханием. О, мы хотим знать Тебя. О, мы ищем Тебя. Мы ищем Тебя. Мы ищем Твоего присутствия. Мы хотим знать Твое присутствие. Твое дыхание. О, Твое дыхание, Иисус. Дыши на свое тело. Дыши на свою церковь. О, учи нас ходить в Твоем присутствии. Чем больше мы ищем Тебя, тем больше мы хотим Тебя. Чем больше мы познаем Тебя, тем больше мы понимаем, что мы не знаем Тебя. И у Тебя так много откровений. Чем больше Ты тянешь нас в глубину себя, тем больше Ты открываешь нам себя. О, мы хотим, хотим Твое дыхание. Пусть оно никогда не прекращается. Дыхание, в котором ходил первый человек, в котором ходил Адам и Ева. Это дыхание Отца, это дыхание неба, это не просто ветерок прохладный, это не просто приятное состояние, это дыхание Отца, это дыхание жизни, это дыхание славы, это дыхание восстановления, это дыхание Творца, это Его дыхание. Мы хотим научиться не выходить из Твоего присутствия, Отец. О, не выходи из Его присутствия. Погружайся в Него. Погружайся в Него. Учись. Привыкай к Его присутствию. Привыкай к Его присутствию. Потому что приходит время, когда Его тело, оно не выйдет из Его присутствия. Это присутствие будет пребывающее. Присутствие, из которого дети не будут выходить. В дыхании Бога, в Его присутствии смогут находиться только дети. Только дети смогут вынести всю тяжесть и вес Его присутствия. А мы дети, мы не сироты, мы никогда не были сиротами. Даже если нас воспитали сиротами, мы никогда не были сиротами.
Мы всегда были Твоими, Папа. И Твое ДНК всегда кричало к нашему ДНК. Бог, мы всегда были Твоими. Возвращай нас в Свое подобие. Возвращай нас в Свое присутствие. Возвращай нас в Свое дыхание. Возвращай нас в биение своего сердца. Возвращай нас. Возвращай нас, Отец. Возвращай нас в дыхание. Возвращай нас в биение Твоего сердца. Там, где мы были зачаты, где мы были рождены, это Твое присутствие. О, мы знакомы с Ним, мы узнаем Его, мы чувствуем Его, мы переживаем Его. Это биение Твоего сердца. Это биение Твоего сердца. Биение Твоего сердца. О, Иисус. О, Отец, Ты поднимаешь. Ты поднимаешь этих горящих детей, которые будут ходить в ритме неба. О, они уже начинают ходить в этом. Они уже начинают ходить в ритме неба. Это люди, которым не надо готовиться и приходить в Его присутствие. Присутствию. Люди говорят, сколько можно кричать о голоде, сколько можно говорить о голоде, но мы не перестанем, потому что это ключи Твоего Царства. Чем больше ты жаждешь, тем больше Он изливает на тебя. Чем больше ты голоден, тем больше Он кормит тебя. Тем больше Он открывает себя, тем больше Он погружает в себя. Мы всегда будем голодными. Мы всегда будем голодными и жаждущими по Твоему присутствию.
потому что только в Твоем присутствии рождается настоящее, оригинальное. Только в Твоем присутствии, Отец. Мы можем ходить в дарах, мы можем ходить в чудесах, мы можем ходить в великой силе, мы можем ходить в этих всех вещах, Отец. Но если мы действительно не находимся в Твоем присутствии, мы никогда не станем полноценными, мы никогда не исцелимся, мы никогда не сможем быть полноценными, Отец. Поглушай нас в Своем присутствии еще больше, еще больше, еще больше. Культивируй Свое Царство внутри нас. Культивируй Свое Царство, Отец. Рождай внутри нас, поднимай внутри нас Свое Царство, Отец. О, Царство, Царство славы, Царство жизни. О, этот пульс и биение неба, этот ритм неба. О, меняй этот ритм нашей жизни. Изменяй обыденное, изменяй повседневное, привычное. Меняй, 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 Отец. Изменяй этот ритм нашей жизни. Настрой нас на свою волну. Настрой нас на свою волну. О, настрой это поколение на свою волну. На волну Твоего Царства. На волну неба. Биение сердца Твоего. Биение Твоего сердца, Отец. Изменяй нас. Изменяй нас, Отец. О, изменяй нас, Father. Меняй нас в присутствии Твоем. Исцеляй, восстанавливай свое тело. Бог, потому что Ты ищешь поклонников, восстановленных, полноценных, о, любимый, целостных поклонников, знающих ритм неба, знающих, Отец. Я прошу Тебя о поклонниках, которые положат свои жизни, любимый, в Твоем присутствии. Они положат свои жизни в Твоем присутствии, Отец, потому что поклонники знают, где черпать свою силу. О, Твоя сила, она находится на груди у Иисуса. Твоя сила в присутствии, в близости. Все сверхъестественное, все огромное, оно находится в близости с Тобою. Нету ближе места, нету сокровеннее места, чем знать Твое сердце, чем знать Твое сердце, Отец. Я верю, что сейчас Ты берешь нас в эти комнаты Твоего сердца, любимые, где исцеляется и наше сердце. О, да, мы коснулись, любимые, мы соприкоснулись с Твоей славой, мы коснулись Твоей силы, мы узнали, что такое чудеса, мы увидели, что такое знамение, Бог. Но Ты поворачиваешь наши сердца к Себе, и Ты говоришь: в Моем присутствии, в Моем присутствии, в Моем присутствии, только в Моем присутствии Ты обретешь полноту. Ты обретешь крепость, Ты обретешь знание, Ты обретешь мудрость. Только там, о, вводи нас в Себя. Веди нас в Едем, Отец, в Едем. Мы хотим Твое дыхание, Папа. Мы хотим Твое дыхание. Дыши на нас, Святой. Дыши на нас, Святой, дыши на нас, Святой, возбуждай внутри нас этот голод знать Тебя, зови нас в Себя, о, влеки нас в Себя, о, влеки нас в Себя, любимый. Ты поднимаешь поклонников,
ты поднимаешь поклонников, Бог. Поднимай это новое ДНК, похожее на тебя. Людей без пафоса, людей без гордости, людей, которые не бросают вызов, Отец, тебе, но бросают вызов себе, любимый. Поднимай это поколение. Бог, пусть идет из церкви всякая напыщенность, любимый. Пусть идет из церкви все то, что не похоже на тебя. Потому что когда мы действительно находимся в Его присутствии, наше сердце меняется. Кровь в наших венах, Отец, она очищается. Мы становимся похожими на Тебя. Меняй нас. Меняй нас в Своем присутствии. Меняй нас, любимый. Меняй нас, святой. Меняй нас, святой. Это был твой первоначальный замысел, Отец, ходить с человеком руку об руку, дышать на него своим дыханием. Бог, мы никуда не двинемся, мы не перейдем ни на какой следующий уровень. Бог, ничего нового не произойдет, если мы не научимся ходить в твоем присутствии, если мы не привыкнем к твоему дыханию, Папа. Я верю, что церковь будет до тех пор ходить в своих постоянных провалах, где будет проявляться эта нечистота и гордость, эти вещи, до тех пор, пока мы, Отец, действительно не войдем в Твое чистое присутствие. Потому что в Твоем присутствии не может удержаться ничто, ничто, что не принадлежит Тебе. Мы узнаем точно, что Ты среди нас. Отец, Ты будешь среди нас, когда все это будет вытеснено. Когда мы не сможем в Твоем присутствии, в Твоем настоящем присутствии, мы больше не можем смотреть друг другу и лгать, Отец. Это настоящее присутствие Твоей славы. Это не просто, Отец, когда мурашки по коже, когда все трясутся и падают, любимый, в Твоем присутствии. Все это хорошо, но истинное присутствие, оно рождает отношения. Оно приносит любовь, которая вытекает из нас. Настоящее присутствие, оно не заставляет любить. Настоящее присутствие, оно просто растворяет Отца внутри нас. Бог, я знаю, мы жаждем этого, но мы еще не там, любимые. Мы жаждем этого. Но мы еще не там. Но я знаю, приходит время, Папа, потому что это Твой оригинальный замысел. Когда Отец будет брать наше лицо в свои руки и просто дышать на нас, и мы не будем падать от этого. Мы настолько привыкнем к Твоему присутствию. Оно будет настолько близким и знакомым, что мы будем способны стоять в Твоем присутствии. Ощущать Его и не падать, потому что мы будем близко и интимно знать Тебя. Я знаю, это время приходит, Отец. Я знаю, это время приходит. Моисей, он не мог выдержать славу Твоего присутствия. Люди, когда подходили к горе с Твоей славой, они боялись, они были в ужасе. Но я знаю, что Ты поднимаешь поколение тех, которые способны будут стоять на ногах в присутствии Отца. Это Твой оригинальный замысел. Потому что Твой Сын, когда был в Твоем присутствии, Отец, все, что Он мог сказать, я и Отец одно. Я и Отец одно. В Твоем присутствии уходит всякий страх. Да, любимый Моисей, он был Твоим другом. Он был в ближайшем присутствии Твоем, Отец. Но он был в трепете и в страхе. Я знаю, что поднимается поколение,
для которых будет не гордостью сказать «Я и Отец одно», потому что они будут знать Твое присутствие. Они смогут выдержать весь вес Твоей славы, потому что они не будут выходить из Твоего присутствия. Это поколение, которое ухватится за Тебя, Отец. Ухватится за Тебя, Отец. Это поколение, у которых не будет перемен настроений, у которого не будет сезонов, из которых они будут выходить и заходить. Любимые, это будет поколение, пребывающее в присутствии. Я призываю, Отец, я призываю это время Твоего пребывающего присутствия для Твоего тела. Это время, любимые, где Ты не будешь просто посещать нас, где Ты не будешь приходить и уходить, но присутствие, оно не будет покидать Твое тело, оно не будет покидать Твой храм, оно сойдет в Твой город, и оно не покинет его. О, любимый, я знаю, что это время приходит. Ты всегда хотела этого, Папа. Ты всегда был готов дать нам это, всегда был открыт к этому. Но приходит время, когда церковь говорит, Папа, мы готовы к Твоему пребывающему присутствию. Мы готовы, Отец, заполни нас, познакомь нас со Своей славой, познакомь нас со Своей славой, Бог, где мы перестанем удивляться проявлением Твоей славы. Но это будет наш дом, это станет место обитания, где мы перестанем удивляться, Отец, чудесам, знамениям, исцелениям. Это просто станет нормой в Твоем присутствии. Бог, я верю, что это время приходит. Это время приходит. Я знаю, мы сейчас просто просачиваемся этим откровением. Мы пропитываемся, мы просто говорим сейчас о нем. Но приходит время, Отец, когда откроется эта дорога святости. Отец, откроется эта дорога святости, по которой не сможет пройти никакая нечистота. Любимый, но это дорога света, по которой пойдут твои дети, знающие запах и вкус твоего присутствия. Отец, вводи нас в твою славу. Знакомь нас с собой. Мы пророчествуем и говорим это в наше поколение. Слава Твоя войдет в Твой дом. Слава Твоя войдет в Твой дом. Присутствие Твое опустится на Твой дом. Присутствие Твое покроет Твой дом. Слава Твоя заполнит Твой дом. Заполнит Твой дом. Мы перестанем людей приглашать сюда. Они потекут на запах Твоего присутствия, любимые. И мы не хотим красивых проповедей, Папа. Мы не хотим концертов. Мы хотим обитающую славу, которая войдет в Твое тело, которая войдет в Твой дом, опустится в Твой дом. Слава, которая обитает. О, неперестающее присутствие. Присутствие, которое не заканчивается, которое не уходит после молитвы, которое не уходит после проповедей, которое не покидает нас, когда мы дома, Отец, когда мы на дороге, когда мы находимся где-то. Это присутствие, пребывание, 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 пребывающее присутствие Отца. О, пребывающее присутствие Твоей славы. Мы говорим это, любимые. Пусть оно войдет в это поколение. Войдет в наши кости. Войдет в наши вены. Войдет в нашу кровь. Присутствие Отца. Дыхание Отца. Дыхание Отца. Е-е-е, дыхание Отца. Дыхание Отца. Дыхание Отца внутри нас. До тех пор,
пока в ответ, любимый, мы не станем дышать на Тебя тем же дыханием. О, Отец, спасибо! Спасибо, что Ты целуешь нас дыханием неба. Ты целуешь своих детей дыханием неба. Это все, что мы хотим. Это все, что мы хотим, любимый. Это все, что мы хотим, Отец. Это все, что мы хотим. Святой. Спасибо, любимый. Поднимается твое поколение. И оно уже очень близко. Намного ближе, чем тогда, когда мы начали. Поднимается поколение, которое будет знать своего Бога. Будет оперировать в духовном мире, как в своей нормальной сфере. Мы не будем больше входить и выходить. Мы будем жить. Мы будем дышать этим. Для нас будет абсолютная норма. Слава и сила Бога. Моисей сказал, если ты не пойдешь с нами, мы вообще никуда не пойдем. Мы тот народ, который без тебя ничего не хотим делать. Никуда не хотим идти. Иди впереди нас. Иди впереди нас. Мы твои, а ты наш. Мы твой народ, твои дети, твое наследие. Пусть твоя слава окутает каждого из нас. Пусть твоя слава найдет свой дом в нашем сердце, в нашей жизни. Окутай нас своей страстью, своим теплом, своей любовью. Мы еще раз и еще раз говорим тебе. Мы те, кто решили идти до конца. Мы одни из тех, кто твердо решили идти до конца. Спасибо тебе, драгоценный наш. Аминь. Воздай ему славу. Спасибо тебе, любимый. Аллилуйя! Святой, мой Бог живой. Аллилуйя. О, oh, yes.